Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Привет-привет! Мы сегодня с мамой, с Настей. Настя спит. Девочки приехали в торговый центр Молла Фанталия по магазинам. Давно мы не гуляли по магазинам. Сейчас большие скидки на летнюю коллекцию. Вот пойдем. Кстати, надо будет в Катон еще зайти, там тоже большие скидки. Это наш любимый магазин, я хотела сказать. Катон? Нет. А, Молла Фанталия. Это торговый центр. Торговый центр, да. А я вообще хочу купальник себе купить. Сейчас конец сезона, скидки большие, на следующий год пригодится. И, ну, в любом случае хочется что-нибудь новенького. Пойдемте с нами гулять по магазинам. Обожаю этот торговый центр, будний день и утром. Никого нет, ходишь сам, все аккуратненько, все разложено, сложено, чистенько. Никакой суматохи, никто не бегает. Просто самое шикарное время для шопинга. Везде уже зимнее все, теплое, вон шапочки, костюмчики, купальники, вон там тоже, кстати, по скидке. Но я хочу в пенти сходить. В пенти обычно всегда покупаю купальники. Нижнее белье, кстати, можно сходить будет в Айкики Дрим еще, тоже посмотреть и пижамы там, все такое. Пошли купальники посмотреть, очень много разных красивых цветов и вариантов очень много, ну не знаю, на каком даже, какой выбрать в итоге. Есть такие вот яркие, есть и однотонные, есть просто черные. Вот здесь вообще прям все яркие такие прям. Зашли еще в Вайкики. Тут тоже всякие купальники есть, и нижнее белье. Ой, какое яркое, смотрите. Кстати, приеду домой, покажу, что я в итоге выбрала. Такой купальник я. Смотрите, какая красивая, яркая. Но мне не очень нравится, потому что будешь идти как этот, как клоун такой. Такой яркий. Я себе взяла тоже такую накидку красивую прям. Покажу потом. Нижнее белье здесь теплое. Вот уже эти пижамки появились прям. Такие люблю. Ну, для России они, конечно, там для других стран они не подходят, потому что дома всегда тепло. Это здесь вот то, что холодно. Здесь вот очень красивое тоже прям нижнее белье. Таких постельных тонах. Ой, ну здесь пушап такой вообще, конечно, слой. Огромнейший. Пойдемте в Поло зайдем. Сейчас здесь скидки прям 50%. Последний раз хорошо закупилась там. В том году себе костюм спортивный здесь покупала, очень хороший. Смотрите, разных цветов. У меня вот типа такого серого. Вот штаны, например, 730 лир стоят. А кофта... Посмотрим сейчас. Кофта 979. Я в том году вообще, помню, за 600 двое купила. И то... Это без скидки. Скидка сейчас только на летнюю. Ну, я что-то здесь вообще уже не вижу летнего. Здесь детская идет. А, ну вот на такие, наверное, футболки скидки. Вот в Марк Антали побольше выбор такой, конечно, был. Да, вот 50% скидка, смотрите. 425 лир. Вот разные кофточки, футболочки. Вот Поло 379 лир. А вот здесь еще такие... Ой, это шорты, что ли? Шорты такие, да, смотрите, интересная моделька тоже. Ну, конечно же, в Вайкики зайдем, посмотрим. Такое все школьное какое-то в основном. Ну, не знаю, мне кажется, вот с каждым годом все как-то хуже и хуже. Ассортимент, все какое-то мятое, все непонятно чего. Ну, даже не знаю. Давайте с той стороны пройдем, посмотрим. Плащики какие-то, кофточки. Мне вот, например, кофту надо будет купить. Уже поближе, как похолодает у нас. Ну, пока вот как-то, не знаю. Нам-то конкретного ничего не нужно. Я вот купальник хотела купить, я купила. Здесь, ну, вот просто даже посмотреть. Может, что-то понравится. Вот все такие новые какие-то варианты появились. С длинным рукавом. Коротенькие.
это вот платье я давно присматривала, такое вроде ничего оно. 44-40. Ну, такое коротенькое, в принципе, симпатичное. Можешь померить его. 440 лир стоит. Зеркала некуда. Вот к работе, кстати, к этому, ну, такой вариант уже осенний прям. Брюки, блузки какие-то, жилетки, водолазки, смотрите, вот черные есть. Размерчики вот здесь вот удобно посмотреть, до 3XL написано, 140 лир, такая вот, кстати, симпатичная. Брюки. Здесь какие-то такие тоже теплые кофты, жилетки вот такие вот вязаные есть. Тоже появились. Смотрите, вот куртки уже зимние появились. Не зимние, такие осенние они, 600 лир стоят. Разные расцветки, приятный цвет такой прям. Жилетки еще есть. Такие вот жилетки по 450 лир. Настя у меня проснулась уже, вот тут одолевает магазин. О, королевишна, соску выплевывай. Вот, умничка. Давай. Вот, молодец. Мне все говорят, надо от соски отучать. Она сама, если ей не надо, она он мне ее дает. Упадешь сейчас. Пойдемте носочки посмотрим. Пойдем носочки смотреть, Настя. Скоро будем с тобой вдвоем шопиться. Пойдем. Ну вот ближе к обеду уже, кстати, народ такой прям побольше становится. Уже подписчиков своих постречали здесь. Вот Настя у нас уже не сидит просто. Настя! Мы уже дома, шопинг прошел сегодня на ура. Сейчас покажу вам свои обновочки, что купила. Ну, прогулялись так вот с утра с мамой хорошо. Прям сейчас еще время обеда, мы с Настей уже дома. Будем скоро ждать наших мальчиков, зайчиков из школы и садика. Керем у нас сегодня с истерикой просто пошел в сад, не хотел опять. Да, прибежала. Привет всем, Маша, да? Ты уже знаешь, что такое камера, что я снимаю, да? Ты уже знаешь все. Да. Доча, будем показывать, что мы накупили? Неси пакеты, будем показывать, что купили. Да? Скажи, а мне ничего не купили. Даже носки не купили. Хотели носки купить, да? Зато вчера новую сосу купили. Мне тут опять писали, что хватит сосы, хватит сосы ходить. Скажи, нет, мы еще хотим ходить сосы, пока он головой ударилась уже об шкаф. Будем распаковку смотреть. Так, ну давайте, во-первых, начнем с моего заказа. На Trendy Yol я заказала. Это сайт типа Вальберис, как у нас в России. Я заказала себе шампунь фиолетовый. Он такой, типа, с оттенком серебряного. Хочу попробовать. 150 лир стоит, кстати, недешево. Ну, там были за 50 лир, за 100 лир. Какой-то, типа, профессиональный шампунь. Не знаю, буду пробовать, смотреть, что у меня будет с волосами. Может, даже завтра уже их попробую. Насте коробочка очень нравится. Зашли в Поло, опять были скидки. Я себе купила эти шорты, наконец-таки. Я их уже давно как-то мерила, но все как-то не решалось их купить. Они, ну, так, в принципе, вроде нормально сидят. Ну, такие классические. Они по скидке сейчас большой. Вот они были 450 лир, я их купила за 225 лир вообще. Вот, такие шорты. И купила к ним же маечку. Тоже на нее давно поглядывала, что-то все никак ее не решалось. Думаю, ладно, возьму. Майки всегда не лишние будут. Такая вот маечка. Ну, я ее сейчас уверена, она не вывернута. Потом уже на мне увидите ее. Вот она такая. Она тоненькая. У меня типа такой тоже есть, тоже из Пола. Прям вообще легенькая. Она стоит, сейчас скажем, сколько. Так, она стоила 280 лир, сейчас за 140 я ее купила. 50% скидка на нее. Вообще прям отличная. Вот с шортиками самое оно будет. Так, что я еще купила? Я купила себе купальник. Сдельный купила. Хотела раздельный, но раздельных не было. Думаю, пусть будет хотя бы сдельный. Такой вот он черный. Здесь вот такие вот вставочки. Вот он там цена у него. А, здесь вообще на него цены нету, не написано. Я все вместе, вот сейчас то, что я покажу, я купила за 650 лир. Я купила себе накидку тоже черную. У меня черный нет, есть белый. Вот я решила себе черную купить, такую посмотреть. Тоже, наверное, непонятно, как она выглядит.
Ну, она тоже такая тоненькая. Цена у нее, ну, со скидкой 215 лир стоит. Смотрите. Такая вот. Она здесь резиночки у нее. Коротенькая. С такими штучками по краям. Сейчас буду мерить. Кстати, я вообще ничего не мерила, когда купила. И вот такое вот, самое, по-моему, она самая дорогая стоит. А, такое платье тоже, оно пляжное, типа. Очень красивое. Такое вот оно. Такой у него вырез здесь. Это пляжное чистое платье. Вот тут такие у него вставочки. Здесь веревочки. И оно длинное. Прям в пол идет. Тоже увидите скоро на мне. Очень такое красивое прям. Платье мне понравилось. Вот такие вот покупки у меня сегодня. Пойду сейчас мерить купальник и вот эту вот накидку. Не знаю, как оно мне подойдет, не подойдет, но надеюсь, все нормально будет. С вами прощаюсь. Спасибо, как всегда, что с нами погуляли по магазинам. Увидимся в следующем видео. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.